всю жизнь начинаю перестраиваться из-под ручки. Первоначально у меня такое получается, что не въезжаю. Тогда у нас сцепление-то срабатывает. Потом, конечно, въезжаю, как же. У меня же очень серьезный опыт вождения. С 1990 года. У меня права только были. А так я начал водить с 3 лет. Папа у меня на машине. Но мой сын-то будет гораздо раньше. То есть он с 1 года у меня ездит на машине, и я думаю, что у него все будет дальше хорошо. Вот. Я вам сейчас объясню, что такое для нас вот эти съемки автомобилей. По сути, ничего сложного нет. Мы снимаем 40 минут. Вот. То есть мы делаем то, что делает Top Gear, да? Абсолютно то же самое. Вот. Минут 20-30 на монтаж и все в эфире. Во всем остальном я занимаюсь немножко другими вещами. Представляете, да? Сколько мне приходится вам рассказывать о преимуществах ломбардов, кафе и всего остального. Приходится писать, сочинять. Вот это серьезная работа. А это так, для нас 3 секунды ровно. Вот. Говорят, что машины нету. А есть у нас машины, потому что у нас есть центральная городская ярмарка. Мы оттуда берем машины и еще несколько мест. Почему бы оттуда машины и не брать? Вот. То есть мы, в принципе, не зависим от наших замечательных дилеров. Хотя я дилерам объяснял, сколько стоят наши условия. Нормальные условия, и почему бы и нет. Тем более, зная, сколько они зарабатывают. Сейчас расскажу, сколько. Когда вам говорят, что там низкие проценты, это все абсолютно неправильно. То есть, чем дороже машина, тем выше проценты. Поэтому люди, которые сидят на Мерседесах, у них все в порядке. Вот. Как-то так получается. Что мы сегодня вам продемонстрировали вместе с центральной городской ярмаркой? Это замечательный китайский автомобиль. Beat F3. Я бы, конечно, сказал бы, что хотел бы другую модификацию вам продемонстрировать, Beat F3 DM, потому как это модификация с электродвигателем, то, что я очень сильно люблю. Ну так вот, что это за машина? Это машина 2012 года, эксплуатировала нас с 2013 года, пробег 30 тысяч, цена 319. То есть есть возможность купить машинку с двигателем от Mitsubishi, который, кстати, сделан в России, Tagaz его выпускал. Вот, с коробкой от Mitsubishi, и ездить, причем в абсолютно нормальных условиях. Если вы заглянете в багажник, то там увидите место, и это место, это естественно для замечательного баллончика на газу. То есть и так машина-то много не ест, потому что, ну, объем движка-то небольшой, но еще и на газу вообще не будет ничего кушать. Все остальное присутствует: кондиционер, усилитель руля, кстати, тут даже можно с магнитолой пообщаться, есть такая штучка. Вот, естественно, парктроник. Вот, что еще, что? Ну, все, что нужно, только за исключением коробки. Но будете ездить на обыкновенной ручке. Вот. А сейчас вам дальше Максим расскажет, что там внутри, потому как я вам рассказал снаружи. То есть для меня лично машина понравилась. Вот, цена менее 9 тысяч долларов, а 9 тысяч долларов эта машина стоит именно в Китае. А вот то, что мне захотелось, B3 DM, вот он 20 тысяч долларов стоит. Конечно, сильно хотелось бы, но пока не получается. А так, если что, ну, приглашайте. Продемонстрирую вам настоящие электромобильчики. Очень интересная марка, которую мы сегодня представляем. Марка автомобилей BID. И это не просто что-то такое китайское. Это, между прочим, сокращение. 3 буквы. И расшифровывается это примерно так. Build your dreams, то есть построй свою мечту или создай свою мечту. Ну вот, в принципе, китайцы-то и создали достаточно неплохой автомобиль. Причем класс C. А C-класс у нас-то, вот, допустим, в нашей автомобильной промышленности даже сейчас не представлен ничем. Это только разработки Lada C-класса. А пока-то B+, и все, извините, Priora. Больше-то машины и нет. Но китайцы есть китайцы. У них, как говорится, Бог придумал этот мир, а все остальное сделали китайцы. В том числе, опять же, этот автомобиль. Вот. Ну, единственное, конечно, я так вот понимаю, что китайцы все-таки вырастили, добились своего, вырастили у себя новый вид дерева. Называется пластиковое дерево. И вот они его кусочками нарезают, полируют и вставляют во все свои автомобили. Ну, большая плантация, поэтому, ну, сами понимаете. Но, кстати, пластиковое дерево, они вот от года к году выводят все лучше и лучше.
Потому что смотрится оно все краше и краше. Хотя зачем оно в автомобиле C-класса? Ну не знаю. Ну, нравится людям. Тут, конечно, спорный вопрос. Ну, что теперь? Вот. Что касается, значит, двигателя и коробки, это, опять же, Mitsubishi. И вот, допустим, с четвертой скорости, да, с 50 километров мы вот так вот ускоряемся. Очень хорошо. Причем, кстати, движочек-то 1.5, чуть больше стал лошадиных сил. Это, конечно, с налогами, с нашими, но с другой стороны, это все-таки не 150 и не 160, да, согласитесь. То есть, ну, нормально. Почему мы такие машины показываем? Тоже ZazSense или вот, допустим, Beat F3. Да потому что даже вот у меня, честно говоря, претензии есть к за рулем. Они что-то показывают нам какие-то, да и рассказывают о них, каких-то таких машинах, которые, ну даже при большом желании, при наличии денег, да, я бы ни за что бы никогда не купил. Ну, Mercedes AMG, да, даже C-класса, но AMG, зачем он мне? А вот это автомобиль, который, в принципе, ну, можно купить, ездить на нем, не заморачиваться, потому что тут, естественно, и сигналка есть, она тоже китайская, но китайские автомобили, чем еще хороши, их никто никогда не угоняет. Поэтому мы и продолжим, пожалуй, показывать вам именно бюджетные автомобильки. А где их найти? На центральной городской ярмарке.